Игорь Лапик, Александр Седых, телеканал «Звезда», Сирия. Альмина Аляскари. Открывает прохождение парадных расчетов. По асфальту авиабазы «Хмеймим» гордо шагают парадные расчеты российских. Отдают старт параду, ставшие легендарными боевые «Тигры», но только уже в версии кабриолет. Их специально перебросили из России к 9 мая. Войне. Такт марширующим и на их фоне, словно тренируясь в одном строю, по взлетке разгоняются боевые самолеты, отрыв и уход в зону ожидания, чтобы в нужный момент снова появиться в небе. Отрываться от земли. В воздушной части парада по сирийскому небу летят два десятка самолетов и вертолетов. Гордо разрезают воздух Су-34 и Су-35С. Ниже всех на небольшой высоте в несколько десятков метров проходят винтокрылые Ми-8 АМТШ и грозные аллигаторы. Выделяется на фоне остальных своей грациозностью и мощью гигант самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У. Вертолеты поднимают и раскрывают в небе огромные полотна, российские и сирийские флаги, которые видны всем на земле в радиусе десятков километров. Сами летчики к воздушной части парада относятся с большим трепетом, ведь авиабаза «Хмеймим» является воздушной гаванью всей российской группировки войск в Сирии, и к авиации здесь особое отношение.